История образования 38-й гвардейской бригады управления воздушно-десантных войск уходит в 1947 год, когда в городе Полоцк был сформирован 691-й батальон связи 103-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. С тех пор минуло не одно десятилетие. Пройден немалый путь с преобразованиями и сменами места дислокации. Но неизменным оставалось одно – здесь служили и продолжают служить люди дела, чести и совести. 76-ю годовщину со дня образования бригады военнослужащие отмечают торжественным митингом, посвященным этой дате. Добрая традиция перед началом возлагать цветы к памятникам воинам-десантникам. В ней принимают участие все собравшиеся на плацу, военнослужащие, их семьи, почетные гости, ветераны. Товарищ гвардии полковник, 38-я гвардейская бригада управления воздушно-десантных войск во знаменование 76-й годовщины со дня образования части построена. На Щелковской земле бригада дислоцируется с 1972 года. Высокая выучка, организованность, готовность выполнять боевые задачи в любое время дня и ночи. Везде, где была задействована армия нашей страны, десантники выполняли свой долг наряду с другими войсками, участвовали во всех локальных конфликтах. И сегодня они верой и правдой служат Родине, борются с вновь поднявшим голову фашизмом. Эти люди – достойные наследники ратной славы предшественников. Многие военнослужащие были награждены медалями в этот день. Слова благодарности всем тем, кому судьба нашей бригады не безразлична. Буквально на днях разговаривал с исполняющим обязанности командира бригады, который находится в зоне СВО и выполняет непосредственно боевые задачи. Слова благодарности всем тем, кто помогает бригаде. Ваша помощь нам очень нужна. Если бы не вы, я думаю, нам было бы очень тяжело. Мы ежегодно встречаемся здесь с командиром, очень плотно дружим с воинами-десантниками, которые выполняют свой долг на СВО. И слова благодарности не знают предела. Да? То есть эти парни мужественно стоят на защите нашей Российской Федерации. Они первые, кто принимает бой. Они элита наших войск. В день 76-й годовщины военнослужащие торжественно прошли маршем по плацу, демонстрируя образцовую выправку и стать. Они – гордость своего отечества, а сила – вооружение. Его современные образцы, а также военная техника были представлены в этот день. Состоялись и показательные выступления парашютной команды части под руководством рекордсмена Книги рекордов Гиннесса гвардии майора Егора Бакалова. Благодаря этим людям, стоящим в строю, есть мирное небо, в котором у них, несомненно, всегда найдется работа. Это работа – Родину защищать. Анна Бальет, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.